давно не был. Сейчас пришел и очень все понравилось. Молодцы, ребят. Абрамов молодец. Хорошо вернулся. В первом тайме то, что Дина проигрывала, но потом они переломили ход. И все-таки взяли свое. Очень хорошо, правда. Обидно немножко было то, что в первом тайме там как-то немножко вяло играли. Вот. Но потом во втором они собрались, активно забегали, задвигали, и результат налицо. Поэтому очень хорошо. Второй тайм вообще бесподобный. Поэтому, ну и рада, что уже сколько, наверное, недели 3 или 4 назад последняя игра здесь в Троицке была. Соскучились уже по футболу, поэтому с удовольствием посмотрели дальше. Желаем дальнейших побед, конечно, чтобы еще и в ответном матче хорошо сыграли. На следующей неделе еще надеемся, что в таком же духе будут продолжать. И молодец Абрамов вышел после травмы и гол забил. И вообще очень хорошо сыграл. Еще Прудникова ждем, и все будет замечательно просто.